Олеся Инкина ежедневно пользуется автобусом 37-го маршрута. Сегодня девушка ждала на остановке свой транспорт около 5 минут. Считает, что это совсем недолго. Я каждое утро на нем езжу, и я обожаю этот автобус. У меня есть выбор, как бы, на чем ездить, но я выбираю его. Вот. Но в обед, конечно, он пореже ездит, но утром мне нравится. Сегодня пассажиров на одной из остановок по маршруту 37-го автобуса встречали представители городского департамента транспорта и компании-перевозчика. Дело в том, что недавно через соцсети к ним поступил сигнал от пассажиров. Горожане выразили недовольство тем, что в какой-то момент увеличился интервал движения этого автобуса. У нас были обращения граждан в связи с погодными условиями, там были сбои. Были сбои в связи с техническими неисправностями. Руководитель вызвал сотрудников ремзоны, собственно говоря, приняли ряд решений, как можно улучшить работу на 37-м маршруте. Ну и, собственно говоря, сейчас мы корректируем свои действия и надеемся, что пассажиры будут довольны и обращений в негативном ключе больше не будет поступать. Сотрудники департамента транспорта Самары после обращений граждан провели мониторинг работы автобусов, которые выходят на 37-й маршрут, в том числе при помощи системы ГЛОНАСС. Пришли к выводу, что транспорт в целом ходит достаточно ритмично, но если пассажиры хотя бы иногда недовольны, то будут искать пути усовершенствования расписания движения. Пути улучшения, они понятны, они известны, то есть если есть запрос на то, что в какое-то конкретное время, там будь то вечерние часы, утренние часы, там еще какое-то время, у пассажиров есть потребность дополнительная в этом автобусе, нужно этот вопрос изучить, посмотреть, насколько это обосновано, действительно ли там есть пассажиропоток, есть ли техническая возможность, там, и если такая возможность есть, мы всегда идем навстречу. Как пример, в прошлом году по 67-му маршруту были добавлены утренние рейсы от микрорайона Новая Самара. На прошлой неделе перевозчик скорректировал расписание по маршруту номер 51, который обслуживает Красноглинское направление. Добавочные дневные рейсы появились и на маршруте номер 78 от проспекта Кирова до аэропорта Курумыч. На маршруте 21 введены дополнительные рейсы с остановок Барбошина-Поляна, Юнгородок и станция метро Кировская. По словам руководства департамента транспорта областного центра, в апреле будут проводить мониторинг работы трамваев. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.